Сообщение о несчастном случае поступило в спецслужбы в 13:57. Трагедия произошла на бывшем заброшенном грузовом порту, где должен был быть причал. Здесь дорога шла, здесь плиты уложены, вода там по колено, то местами поглубже. И течение здесь играет, когда шлюзы открываются, закрываются, то вода прибывает, то убывает. Из-за этого здесь очень опасное место. На суше работали полицейские, дежурили медики. На водоеме спасатели, сотрудники ГИМС. Водолазы искали подростка. По предварительной информации, подростков было четверо. При этом трое из них спаслись, а вот четвертый, 16-летний парень, ученик 9 класса, пошел ко дну. Сейчас до сих пор ведутся его поиски. Уже прошло несколько часов. По предварительной информации, подростки гуляли на косе, но в какой-то момент провалились. Течением их начало уносить в Нижнекамское водохранилище. Один начал тонуть. Его пытались спасти товарищи. Двое они как-то смогли вылезти на берег, а вот третий одноклассник у них так и не вынырнул. Пытался, говорит, и на спине лежал, но сил уже не хватило, потому что вода очень холодная. Как говорит один из одноклассников, у меня, говорит, судороги пошли даже. Я сам, говорит, чуть-чуть не утонул. Четвертый, скорее всего, остался на островке. Это его и спасло. Как нам сообщили, дети находятся в шоковом состоянии. Поиски пропавшего будут вестись до наступления темноты. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.